Романковская усадьба, как и положено респектабельному поместью, разместилась за городом. Но нельзя сказать, что дополнила собой длинный список заведений на Новообуховской трассе. Нет, скорее она стала исключением из этого списка, потому что представляет собой новый, более высокий уровень банной культуры и подхода к ресторанному бизнесу. Русская баня топится дровами, и сам ритуал парилки нацелен исключительно на оздоровление организма. В баню подается только чай или квас, зато потом в ресторане начинается гастрономический праздник. Но прежде чем сесть за стол, предлагаю осмотреть все романовские владения. Уже сейчас в двух коттеджах работают бани, на втором этаже трапезные, а на третьем уютные гостиничные номера. Однако близится Евро-2012, и потому в большом трехэтажном отеле идут отделочные работы, где готовятся к запуску еще 28 номеров. А вот полукруглый стеклянный фасад – это ресторан. Он выполнен в редком для загородного заведения жанре – умеренная роскошь. Здесь все по-настоящему дорого. Мрамор, дерево, зеркала в интерьерном табеле о рангах сияют, как генеральские звезды. Очевидно, что их раздают не всем. Конечно, теперь каждый ресторатор может заказать в Италии все, что угодно. Но все же современные представления о роскоши весьма консервативны и подвластны законам вкуса. Столы должны быть круглыми, стулья – эргономичными, а посуда – фарфоровой. Даже лестница кажется невесомой, потому что похожа на кованые кружева. Она выглядит так нарядно, словно создана для свадебных церемоний. И по большому счету это так и есть, ведь на втором этаже ресторана разместился праздничный зал, рассчитанный на 200 гостей. Очевидно, что само цветовое решение зала столь нарядно, что для красивой свадьбы почти не потребуется дополнительных украшений, ну разве что живые цветы. Хотя поводов для праздника множество. Даже солидный корпоратив здесь будет весьма успешным, потому что перед основным залом есть роскошное фойе с глубокими креслами, где можно устроить аперитив или выкурить сигару. Впрочем, для аперитива и встречи гостей подойдет весь балкон второго этажа. Его площадь и обстановка позволяют организовать сценарий праздника любой сложности. Даже просторный бильярдный зал можно использовать как угодно. Главное – пригласить для своего праздника талантливого режиссера. И можете не сомневаться, что кухня не подведет. По площади она больше, чем многие киевские рестораны, а уровень чистоты достигает стерильности. Очевидно, что руководитель проекта имеет к медицине непосредственное отношение. Мощность цехов и оборудования рассчитаны на то, чтобы кормить 1000 гостей одновременно. Чем? Сейчас увидим. Прежде всего хлеб. И раз уж он всему голова, то и выпекается ежедневно. А романковские дрожжевые пирожки сразу стали хитом. В горячем цеху идет постоянная проработка новых позиций. Шеф-повар умеет любое блюдо не только довести до вкуса, но и элегантно презентовать. Тепловые лампы согревают еду перед подачей в зал, а до этого посуда греется в специальных шкафах. Согласитесь, для загородного ресторана это редкость, но романковская усадьба зашла в ресторанный бизнес Украины всерьез и надолго, и этой цели соответствует все. Даже мангал. Почему-то мясо любят только мужские руки, а особенно мясо на открытом огне. Эта тайна открывается за столом, когда пробуешь ароматную баранину на кости или нежный люля-кебаб. Да что там, в умелых руках мангальщика даже диетическая индейка перестает капризничать и послушно зажаривается в сочный шашлык.
Как обозначить направление кухни, когда на одном столе мирно уживаются украинская кровянка, русский блинный пирог курник с четырьмя слоями начинки и сметанным соусом, стерлядь на пару и восточная хашлама, да еще с азербайджанскими соленьями в придачу. Ее бы назвали кухней советских республик. Хотя разве это важно, когда за окном прекрасный вечер и пора открывать шампанское? Оно по-французски элегантно расставит кулинарные акценты и уравняет в правах вкус и очередность блюд. Так что ужин уже пора начинать, чтобы потом не забыть про десерт.